А по прибытию дежурного караула 28-й пожарно-спасательной части установлено, что происходит открытое горение электрощитовой на пятом этаже, на площадке пятого этажа. Жители квартир с пятого этажа были эвакуированы. Горение распространялось по кабельным каналам на чердачное помещение. После вскрытия и обеспечения доступа в чердачное помещение горение локализовано. На ликвидацию пожара потребовалось около 40 минут. Предварительно причина — короткое замыкание внутри вот этой электрощитовой, либо электропроводки, либо какого-то электрооборудования, установленного там.